Новый, благоустроенный и любимый жителями советского района. Теперь здесь можно не только гулять с семьей, но и заниматься активными видами спорта. Кататься на велосипедах и самокатах. В прошлом году сквер по улице Авроры был отремонтирован благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Здесь когда-то был рынок. Было грязище, жители вот этих домов мне постоянно жаловались на антисанитарные условия. Мы 10 лет воевали с этим рынком, чтобы его отсюда убрать. И наконец-то это случилось. Мы теперь ходим гулять сюда всей семьей. Здесь есть и спортивная площадка, есть где покататься на велосипеде, на самокате. Я очень рада, что в прошлый раз мы проголосовали за реконструкцию именно этого места, потому что это находится возле моего дома, и теперь мы здесь гуляем всей семьей. На площадке высадили деревья, декоративные растения и разбили газоны. Помимо прочего, в сквере заработал фонтан и открылась зона отдыха. Теперь жителям близлежащих домов остается только поддерживать чистоту. Готовить территорию к летнему сезону вышли сотрудники жилищно-коммунального хозяйства региона, администрации города и жители советского района Самары. Мы все хотим жить в чистоте, комфорте, поэтому наводить порядок так же важно, как и поддерживать его. Сейчас после зимнего содержания сквер будет убран, я думаю, будет радовать глаз жителей. Каждый человек должен заботиться об благоустройстве города, о чистоте города. Тем более, это сквер, это достояние города. В этом году на благоустройство претендует еще 19 общественных пространств города. Проголосовать за них можно в один клик на платформе 63.городсреда.ру. Реконструкция объектов, набравших наибольшее количество баллов, начнется в 2022 году. Ольга Павлова, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События.